Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с представителями медицинского сообщества, в ходе которой обсуждались перспективы развития системы здравоохранения региона. Здравоохранение требует отдельного внимания. Во многих странах врачи имеют особенный статус, признанный в том числе и международными организациями, сказал во вступительном слове Андрей Воробьев. На врачах большая нагрузка. Нас интересуют их проблемы. 13 апреля в администрации состоялось заседание Координационного совета общественных объединений района. Советник главы Ленинского муниципального района Елена Добрина выступила с информацией о подготовке к проведению довыборов в Совет депутатов городского поселения Видное, выборов в Государственную Думу и Московскую областную Думу. В своем выступлении она отметила всю важность участия в выборах каждого избирателя, а также призвала все общественные объединения проявить выдержку, объективность и честность в ходе предстоящих выборных кампаний. С 18 апреля с 14 до 17 часов глава Ленинского муниципального района Олег Хромов проводит прием граждан в сельском поселении совхоз имени Ленина. Место проведения – администрация сельского поселения. Запись на прием по телефону 548-65-82. С 15 апреля по адресу город Видное, улица Березовая, у домов 3 и 5 пройдет одно из самых позитивных мероприятий Ленинского района. Видновский фестиваль скакалок «Попрыгунчик Квест» уже во второй раз соберет самых веселых и активных ребят. Не пропусти долгожданный день радости. Начало в 1:30.